Здравствуйте, друзья! Приближается Новый год. Новый год всегда связан с какими-то ожиданиями, целями, предвкушением будущего, подведением итогов. В бизнесе Новый год – это особый период, это период планов. Мы многое сделали в этом году. Многие из вас закончили школу владельцев бизнеса, внедрили инструменты управления, или проходят школу владельцев бизнеса, или подумывают о том, чтобы на нее идти. Вы знаете, наша компания очень сильно изменилась в этом году. Мы открыли еще одну новую страну, филиал в Казахстане. Мы провели великолепную конференцию по маркетингу, издали новую книгу, издали второе издание книги «Орсхема» и запустили 57-й поток школы владельцев бизнеса. Да, 57-й поток. 57-я группа владельцев бизнеса, которые выводят свои компании на новый уровень. Нам действительно есть чем гордиться. Даже в этой непростой ситуации. Следующий год. У нас огромные планы на следующий год. Мы дорабатываем и совершенствуем нашу технологию. Мы расширяемся. Мы постараемся принести вам еще больше пользы. Мы постараемся подготовить еще больше компетентных руководителей для вас. Уже в этом году количество курсов, которые прошли ваши сотрудники в системе Эйнштейн, превысило 10 тысяч. Мы будем увеличивать это количество, выпустим новые курсы, помогая вашим сотрудникам стать более компетентным, а вам лучше делать свою работу руководителем. Возможно, следующий год станет непростым. Ситуация действительно меняется, нам приходится менять нашу стратегию. Но, знаете, я хочу сказать вам одну вещь. Как бы ни менялась ситуация, как бы она ни менялась, вы можете это использовать для развития бизнеса. В большинстве отраслей, в большинстве компаний можно использовать текущую ситуацию для того, чтобы развить ваш бизнес и вывести его. И поэтому я от всего сердца вам желаю в следующем году использовать любые изменения, позитивные, негативные, какие бы они ни происходят, использовать свою пользу. Я вам желаю восхищать эти изменения, предугадывать их, быстро ориентироваться в этом, не закрывая глаза, понимаете, использовать все эти возможности, изменять свою компанию и выводить ее к дальнейшему развитию. Я вам желаю огромных успехов в бизнесе в следующем году. И мы будем с вами, Высоцкий консалтинг, будет всеми силами помогать вам развивать ваш бизнес. Огромных вам успехов!